А если ты закроешь рот, то не будешь разговаривать. Ну, конечно, разумеется, если чревовещатель ты. Чревовещатели идут на. У них рот никогда не закрывается. Чего? Чревовещание не работает. Иногда. Никогда. Глянь на этих дебилов. Присоединяйтесь к нам, птицы! До свидания. Стой, стой, стой. Погоди. Что значит «до свидания»? Это протестующие Эмилии. Она где-то здесь, так что за работу. Погоди, откуда знаешь, что она здесь? Это ее группа протестующих, она все это затеяла. Я узнал вчера, перед тем, как ты сломал мне руку. Ну, она где-то прячется. С чего ты взял, что она будет здесь? Это ее протестующие. Не надо повторять. Я бы перестал повторять. Ты уже повторил, я слышал. Это ее протестующие. Эмилия? 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 Ее здесь нет. Она здесь. Эмилия? Нам нельзя с вами говорить. Кто это сказал? Нам нельзя с вами говорить. Мы мертвы. Не, я... А, понял. Очень умно. Я в теме. Ну, вообще-то это реально серьезно. Как и это. Нас всех убили. Нет, не убили. Пошел на! Мы мертвые. Им нельзя с тобой говорить, они мертвые. А в честь чего протест? Вы в курсе? Кто-нибудь в курсе, против чего протест? Против воздуха. Воздуха? Вы против воздуха? Против загрязнения. Птицы не могут дышать. Вы все умерли от загрязнения? Да. А что, противогазы, они вас не спасли? Блять, хорошо. Да. Извините, думал, вы мертвы. Слушай, Эмилия, мы знаем, что ты здесь. Это очень важно. Слышь, дебил, ее здесь нет. Она не пришла из-за своего бойфренда. Он умер. Реально умер 3 дня назад. Бойфренд умер? Да. А она где? Извини, не могу помочь. Мы мертвы. Черт подери. Кто из вас долбоебов хочет заработать 20 баксов?